здесь говорилось и о том инструменте, который звучал как продукт, 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 да? Это действительно очень важно и очень значимо, то, с чем мы работаем, да, какие результаты у нас есть. Почему на сегодняшний момент это не просто востребовано, это является колоссальным трендом. Трендом в бизнесе и в жизни. И сейчас мы поговорим о продукте, поговорим о наших действительно волшебных, я не побоюсь этого слова, да, волшебных результатах. То, что по-настоящему меняет жизнь. Встречайте на этой сцене Татьяну Юнакову! Положила шпаргалки, ничего не вижу, сейчас фильм, заволнуюсь. Потому что заслуживаю всех, кто выступал до меня. Вы знаете, у меня тема продукт в сетевых компаниях. Я постараюсь рассказать кратко свой опыт. 8 лет я в компании, и у меня был до этого опыт работы с ней в компании. Держи, говорю, я и я расскажу самое важное, самое важное. Потому что если вообще вот с этим пунктом нужно определиться заранее, желательно до выбора сетевой компании, желательно понять, как это все выбирать, по каким критериям оценивать. Если вы еще сегодня этого не сделали, вы не знаете, в эту компанию пойти или в другую компанию пойти, то сегодня, сейчас я вам помогу этот выбор правильно сделать. Потому что если ошибиться именно в этом пункте, это значит пролететь с доходами на ближайшие лет 100. То есть вот очень-очень важно. Какие я знаю, какие вы знаете продукты в сетевых компаниях. Ну, какая-то косметика, да, косметика, уход за телом, за лицом, уход за домом, какие-то кофе, какие-то кастрюли, простыни, подушки, леденцы, сосунцы. Ну, мы много чего знаем. Мы когда ходим по презентациям, встречаемся с сетевиками, нам надо такие продукты рассказывать. Я вообще не пойму, как об этом говорить со сцены и как это показывать. Про яички, вот как про это можно, ну, один раз ты скажешь, что второй, а дальше что, рисовать их, или что с ними делать, как это все продавать. Вот, и вообще, кто во что горазд. Насколько разыгрывается фантазия у тех бизнесменов или коммерсантов, которые создают сетевые компании. Потому что на самом деле сетевых компаний, которые достойные, которые классные, которые 5, 10, 20, 30, 60 лет на рынке, их по пальцам можно пересчитать, но почему-то люди вот тянутся к чему-то новому, вот все новое. Вот сейчас вот компания приходит, вот надо сейчас идти, надо все сливки собрать. И я разговариваю с людьми, это вот компании однолетки, там, двухлетки, трехлетки, пятидневки, может быть. Я когда с человеком разговариваю, вы знаете, я тоже такой была, мне сейчас смешно, но я говорю, вот почему ты выбрала эту сетевую компанию? Обращаюсь к человеку на рандеву или по скайпу, он говорит, ты знаешь, Тань, там такой президент. Там такой президент, там ко мне пришла на встречу такая женщина, такой президент, говорит, у него такие белые зубы, такой вот аромат парфюма, он в таком костюме вышел, он буквально вот, а если еще событие какое-то, они же любят большие такие события, чтобы прям снесло все в голове, говорит, прям вот на вертолете опустился со сцены, вот я поняла, что вот это Бог, это вот мой шанс и так далее, я говорю, это все понятно. Это все понятно, но надо понимать,
с каким продуктом мы дальше будем работать, с чем мы будем строить бизнес. Мы же деньги пришли сюда зарабатывать, это как в браке, нужно смотреть далеко, а не здесь и сейчас, да? И вот здесь нужно понимать очень важную вещь. Нам в сетевом маркетинге, кстати, за что нам платят деньги в сетевом маркетинге? Блин, вы уже, вы все гадки знаете, забавляйся сами. Да, можете открыть тетрадь и записать. Деньги в сетевом маркетинге платят за товарооборот. Не за встречи, не за приглашенных людей, не за то, что там, приехать на события, вы на события приехали за свои деньги. Нам здесь стоящие на сцене деньги за выступление не платят. Сколько у вас там людей подписано, это тоже никому не интересно. Деньги платят только за проделанный товарооборот. Вчера нам пришли чеки. Кто рад вчерашним чекам? Кто уже зашел в свою детализацию доходов и посмотрел, какие нам пришли чеки? Я безумно рада, потому что я многодетная мама, которая живет в небольшом городе, и мне удалось построить шикарный бизнес, получать сейчас очень достойный чек. Ну, в общем, я безумно счастлива, конечно, в этом бизнесе. И товарооборот... Спасибо. Но сегодня не о моей личной истории, это потом. Вот, товарооборот, чтобы был стабильный, постоянно растущий, он должен отвечать, продукт должен отвечать двум пунктам. Можете записать, первый пункт – это физиологичность, и второй пункт – это результативность. Я вам так сокращаю, чтобы вы вот запомнили и можете на встрече блеснуть умом, скажете, я сам это все придумал. Физиологичность. Что такое? Я расскажу такую небольшую историю, которая случилась со мной 10 лет назад, 9 лет назад, когда родился мой первый ребенок, сын. И он родился у меня с атопическим дерматитом. Достаточно распространенная как бы, тема, аллергии и так далее. И я такая думаю, как? Я думала, что дети рождаются здоровыми, а потом уже начинают болеть. Там, ну, 40, 50, 60, загинаться. А тут уже случилось. И я пошла к технологам здоровья компании Кураклар. Вернее, путь был долгий. Я год и 8 ходила по врачам. Я же говорила, как и все, что БАДы – это ерунда, что это все развод, что это гитлянцы делают в подвалах. Не буду я на это смотреть. Я пойду с врачами. Врачи – все, что хотите. То есть они, ну, что такое атопический дерматит? Это когда у ребенка маленького все чешется, когда ты его помыл, у него все разъедает. Единственное, что начало помогать – это гормональная масса. Слава Богу, конечно, но я понимала, что дальше это будет мокнущая экзема, дальше это будет псориаз, а я как мама не могу. Я планировала родить много детей, если они будут все такие, то уже желание поубавляется, понимаете? Плюс себя надо было еще после этого восстанавливать. И мне задали такой очень интересный вопрос. Ты, говорит, в каком теле вынашивала ребенка? В бомжатнике или в пятизвездочном отеле? Я так сначала приобиделась, думаю, ну потому что если бы я вынашивала в пятизвездочном отеле, то есть была бы здоровая, чистая и так далее, то родила бы здорового ребенка. Поскольку он не очень получился, значит, бомжатники. Я говорю, так, давайте с этого места поподробнее. Потому что я пришла, чтобы вы понимали, не на воду, не на коловагу, не на средства для унитаза, не на пенку для лица. Я пришла именно искать информацию, почему так случилось, что у меня, у 26-летней красивой молодой девушки, так получилось. И что мне сделать для того, чтобы так больше не случилось. Вот. И мне сказали, что есть три шага. Три шага технологии здоровья. Концепции здоровья, технологии здоровья и так далее. Первый шаг – это внутренняя среда. Насколько она должна быть чистая, прозрачная, хорошо пахнущая. То есть белые белки глаз. Человек должен быть изнутри чистым. Как, знаете, как чистый горный ручей. А походу было болото. Знаете, как иногда, что у тебя каша в голове, кисель в голове. Ну так и есть. Потому что человеком разговариваешь, нету светлой мысли.
только все плохо, государство плохое, муж плохой, дети плохие, все больные, больные и так далее, и так далее. А у светлых людей, у позитивных, все совсем по-другому в голове. Так вот, первый шаг – это как раз таки чистая внутренняя среда, жидкая. Вот. И второй шаг – это очистка организма. 2-3 раза в год почистили организм. У нас в компании Coral Club есть много продуктов. Можете их поискать, найти. Если не еще ничего не разбираетесь, ничего не пробовали, возьмите коловар. Такая веселая упаковка. Можно пойти в одиночку, можно пойти с друзьями, можно пойти с мужем. Повеселитесь от души, потом расскажете всем, как все это было, что вы видели в унитазе, потом посмотрите в зеркало результаты на себе сразу, увидите. Вот. И третий пункт, 2-3 раза в год мы делаем очистку, и третий пункт – это клеточное питание. Это то, что нам всем нужно для того, чтобы выглядеть хорошо, не стареть, не болеть, и жить без аптек и без врачей. Кстати, 8 лет. Именно так в моей семье и происходит. И учтите, у меня уже трое детей. И вот без аптек и без врачей, я считаю, это огромное достижение. Помимо того дохода, что я выставила в коралловом клубе. И так, это мне рассказали. Три шага к здоровью. Это и есть концепция здоровья, технология здоровья. Поэтому физиологичность – это тот пункт, который в меня запал сразу. Я пришла на знание о здоровье, на знание концепции здоровья. Не как лечиться от атопического дерматита, не как похудеть, не как там, еще какие-то дни от облысения и так далее, да? А как именно быть здоровым и сочным. Вот. И сочным. Пытаюсь подобрать какие-то красивые, потому что наш бизнес очень красивый, он очень стильный, он очень достойный. И сейчас мне очень приятно об этом говорить. Мне хочется вам донести, что это очень классная индустрия. Раньше мы стеснялись про это говорить. Чем ты занимаешься? То есть, как-то вот стеснялись. А сейчас достойно. Моя мама работает в сетевом маркетинге. То есть, так говорят мои дети. Вот. Поэтому и человек каждый месяц, потребитель нашей компании, он грамотный, осознанный. Это как, знаете, тест на интеллект. Он получает зарплату, и в первую очередь он понимает, на что я должен нести, на куда я должен нести свои деньги. В первую очередь он понимает, что он должен без насилия их куда-то нести. То есть не когда подружка его позвонила и сказала, ты знаешь, мне надо месяц закрыть, вот каталог, купи что-нибудь заради Бога, потому что мне уже закрыт квалификация. Нет, он смотрит, закончилась у него вода, закончилась у него продукт. Он идет и покупает. Без нашего с вами напоминания. А у нас с вами стабильный доход, постоянно растущий. Мы помним, что продукт мы привязываем к доходу. И он идет, покупает продукт в том объеме, в котором он ему нужен. Он сам знает, он все придумал, это подсказываем, как у нас акции. За ту цену, которая ему интересна. И тогда, когда ему нужно. Получил он зарплату, или там, мы не знаем, когда что. Вот когда ему удобно, то так и делает. И следующий момент – это результативность. Результативный продукт. Потому что мы можем купить что-то по вдохновению. Ну, мы, девочки, вообще все это очень хорошо знали. Нам красиво все прорекламировали, мы сразу пришли и все купили. Но нам нужно понимать, что мы строим с вами бизнес на ближайшие 100 лет. И нам нужно понимать, что нам нужен такой продукт, за которым человек будет возвращаться постоянно и постоянно. А значит, должен быть результат. Правильно? То есть я чувствую результат на себе. И мне рассказали, что вот под нашу концепцию здоровья есть программа 90 дней. Это программа, которая действует на всех и вся. Она, во-первых, подходит по пункту возраст. То есть это от рождения до
Да-да-да. Во-вторых, неважно, какого ты пола. Мужчина, женщина. То есть программа 90 дней нам тоже подходит. Почему 90 дней? Первый месяц у нас первый шаг по здоровью, второй месяц это второй шаг по здоровью. Вы уже это записали, я вижу девушку кивать, все записывает. Пять вам. И третий шаг это третий шаг по здоровью. Вот. И я могу... Я начала с упаковки корма Детокс Плюс. Вы знаете, мне стало сразу хорошо. Я все очень благодарна создателям этой упаковки Coral Detox Plus, потому что настолько упростилась. Во-первых, я не врач и не имею никакого ни морального, ни физического, ни этического, вообще никакого права лезть туда и разбираться. Мне надо вот какую-то коробку, от которой будет всем хорошо. Вот так мне надо, понимаете? И самое, что интересное, они же начинают меня подковыривать. Они же говорят, а вы врач? Я говорю, нет. Я технолог по здоровью, многодетная мама, успешная жена и так далее, и так далее. А какое вы право имеете мне рассказывать, что мне завтра станет хуже? Ой, лучше. Вот. А может хуже, не знаю. Может хуже станет, не знаю, надо проверить. Вот. Я говорю, потому что есть упаковка, которая на протяжении 20 лет никому от нее хуже не стало. Всем стало только лучше. Не верьте, проверьте. Не получите результаты, я должна вам деньги. Никому я ничего не делаю. Вот. Поэтому упаковка Coral Detox Plus, вы с этого должны начать свое потребление в коралловом клубе. И не продолжать его до конца дней своих счастливых. Вы можете плюсовать что-то к ней. То есть у нас есть огромный ассортимент продуктов, но это плюс к упаковке Coral Detox Plus. И что касательно результатов, про результат своего сына я рассказала. А, нет, я не рассказала, чем все закончилось. Полтора, год и восемь он у меня, у него был дисбактериоз, жидкий стул. Представляете, год и восемь, я как мамочка ничего не могла сделать. Я всем врачам советовала, аптеке, что хотите. А добавки это плохо. Ну, я думаю, блин, ну ты же мама, ну попробуй. Ну что-то. Вы знаете, на третий день я заглянула в горшок и увидела нормальный человеческий стул. Я думаю, ну что ж я такая бестолковая. Ну год и восемь я мучила и себя, и ребенка. А в голове почему? В голове был кисель, была каша. Я начала пить Coral Detox, дала ребенку, и все у нас случилось. И тут я поняла, что что-то волшебное. Дальше был результат по продукту, из последних один таких топовых, про себя опять-таки расскажу, а потом уже про людей. В третью беременность, 2 года назад, я вошла на первом УЗИ, я узнала, что у меня большие, гормональный сбой был в организме сильный, и я узнала, что у меня очень плохое состояние почек. Не буду рассказывать о причинах, вот факт. Мне говорят, на УЗИ у вас плохие почки, это лоханки, какие-то увеличения, я вообще это ничего не понимаю. Единственное, что я услышала от врачей, а врачи любят так пугать, любят, как будто они от количества нашего страха зарабатывают. Я вообще выхожу после врачей, с ума схожу. Поэтому не обращаюсь, но тут надо было. Просто хотелось сердечко услышать, может, так. Вот, и говорят, что с такими почками... Вот, кстати, да, вот эта красотка, которую вы видите сегодня, в таком состоянии была, и мне врачи что говорят? Ну, вы знаете, с такими почками вообще, в принципе, дальше беременность продолжать нельзя. Почему? Потому что ты, в принципе, можешь дотянуть еще до 30-й недели, а потом уже будет в тебе новый человек, полностью сформировавшийся, и еще ты, то есть двойная нагрузка, и... Ну, мы не знаем таких случаев, что... А еще пройдет же время, 30 недель, еще это все усугубится. Я говорю, так, ладно, вы меня не пугаете, вы говорите, что делать надо? Медицина, значит, медицина. Будем, значит, пойдем в аптеку. Они говорят, не, милая, медицина в таких случаях вообще ничего не помогает. На беременных такие вещи не тестируются. Мы тебе можем только советовать, попробовать потом еще раз, в другой раз. А с этой беременностью что-нибудь придумать. Ну, я так, конечно, понимаю, что я этого не слышала. Вот. И что я сделала? Я просто усилила программу 90 дней. Начала ее пить в десятки сильнее, чем пила до этого. То есть, когда у нас возникает какая-то проблема в организме, мы просто усиливаем Coral Detox Plus и плюс еще приплюсовываем продукты.
На 20-й неделе я пошла делать УЗИ. И мне сказали, ой, а что-то все получше стало, говорит, и лоханка уже нету ее, и уже какой-то хороший, да и вообще ты похудела, постранила, это, по-моему, вот эта вот такая вот красотка к ним пришла. А это я буквально за 2 дня до родов, я пошла 3-й УЗИ делать где-то 30-32 недели, мне сказали, да хоть в космос. То есть вообще все, все, и причем я разогналась, я говорю, ну тогда мне УЗИ всего сделайте. И они мне сделали УЗИ всего, что можно беременной женщине, сказали, все идеально, все идеально. Поэтому моя, это даже не вера в продукт, это знание того, что то, что я предлагаю сегодня, не требует никаких сертификатов, стандартизации, сертификации. Это 100% работающая технология здоровья. И если человек пытается подковырнуть или что-то, я говорю, ты просто начни и делай. Ты, если не готов сейчас, я подожду. Я подожду год, два, три, пока тебе, пока ты откроешься. Потому что я же тоже не сначала услышала. Я говорю, нет, 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 давайте так, я вот по медикам пойду, а к вам потом, когда уже совсем плохо станет. Ну, у нас, мы русские люди такие, пока петух не клюет. Вот, поэтому это мой тоже такой личный результат. Какие еще у нас есть результаты? Давайте полистаем, мальчишки, что тут еще? Вот, это я после родов, видите, то есть карманный, ну, то есть лишний вес пришел, да, в мою жизнь. Вот, и потом с помощью опять-таки усиления, без спорта, кстати, усиления детоксом и определенными продуктами удалось привести себя в форму. Дальше результаты не только мои, а наших людей, но на программе 90 дней за 8 дней получается меняется вот так внешнее лицо, и человек, вы знаете, верит, он не верит, да все видно, он приходит на утро и говорит, Тань, по-моему, я худею. Я говорю, Лен, ну сфоткай себя, может тебе кажется. Она говорит, Тань, смотри, вот, что-то правда ты хорошо выглядеть стала. Давайте еще посмотрим, что. Вот Надя Овершина, моя коллега. То есть посмотрите, хорошенькие ножки. Все, ну вот приходилось подбирать одежду, которая скрывала гусеничку. Вот это вот. Посмотрите, ну сколько здесь прошло? Месяц, наверное, да? Примерно, да? Посмотрите, какая спиночка. То есть, ну чем это можно? Спортзал эти однозначно бесполезны, я пробовала. Даже не пытайся. Какие-то пить жиросжигающие коктейли, эти все смузи, сыроедение, вегетарианство, я это все прошла, ничего не помогает, хочется просто есть все время. Вот, поэтому вот такой результат. У нас что еще есть там? А, кстати, когда был гормональный сбой, очень сильно начала лысеть, знаете, там брови начали вылезать и так далее. То есть потом все это восстановилось. Это индустрия красоты, кстати. Кто любит, не хочет вот в этом во всем внутреннем копаться, органы, УЗИ и так далее, это индустрия красоты. То есть когда человек говорит, я просто так, я просто хочу выглядеть хорошо, мне просто хочется красивую фарфоровую кожу, потому что я 8 лет не пользуюсь тональным кремом, они говорят, как вот у тебя эта кожа светится, как вот там все хорошо, как вот, я говорю, потому что здоровье изнутри. Что еще у нас тут есть? Вот Лена Гагуа, тоже наша звездочка, посмотрите, как выравнивается все. Представляете, это без косметологов. Какой косметолог вам покажет вот такой вот результат? То есть это Coral Detox Plus, это программа 90 дней. То есть вообще лицо подтянулось. Ну, вы видите, лишний вес там тоже очень хорошо, что объем и так далее. Что еще там у нас есть, ребятки? Инна Доровских. За 16 недель похудела, изменился им. Ты в зале, поднимись, пожалуйста. Пусть девчонки на тебя посмотрят. Принудили сделать операцию по удалению женского органа, и после этого начался меняться гормональный фон в другую сторону, то есть и человек просто за пару месяцев, может, Юрина спросить, там, что-то много набрал, 25 килограмм, и, видите, прям лицо начало меняться. Сейчас эта звездочка просто летает, порхает, и выглядит, и глаза-то какие горят, и молодость-то вернулась к нам. Давайте еще, что у нас есть, или все, я не помню же.
Ира Александрова, любовь всей моей жизни. Посмотрите, как меняется человек. Как с годами, мы же все боимся. Вот я когда была маленькая, я думала, как я не хочу стареть, потому что все, кто стареют, они толстеют, они дряхлеют, палочки. А мы сейчас с Ирой, Ир, ну встань, какая хорошая, посмотрите. Знаете, я вообще не боюсь теперь возраста, хорошо будет. Я сказала, что если детей отражают до 40, у нас еще есть планы, но мне кажется, что можно и еще дальше. То есть, ну смотрите, вы просто. А есть сзади люди, кто хочет поделиться своим результатом, вот кто хочет похвастаться, не про болячки рассказать, а вот на основе программы 90 дней, может, за месяц, за два. Мне вот 3-5 человек. Есть? Давайте. Кто стесняется? Девчонки, выходите, я знаю, у вас есть результаты, да. Остальные все стеснительные, да? Да, иди. Коротко, без диагнозов. Просто что стало лучше? Как зовут? Маргарита. Город? Я из Казахстана, город Алматы. Ой, класс. Я тоже в Казахстане жила, в Тюринске. Так, хорошо. Ну, у меня получается такое, мне так в жизни повезло. Я родилась с очень серьезным заболеванием. Вот, и когда поставили диагноз, то в 4 года у меня уже был полностью выключен пищевод, практически не работала поджелудочная. Вот, и знаете, я родилась достаточно, ну как, успешной, обеспеченной семье, у меня было все. Но я видела, так скажем, мир, путешествовала, но помню его только по туалету. Вот, потому что каждый раз, когда я съедала пищу больше, чем мне было можно, да, там она была другого состава, там, необработанная и так далее, у меня постоянно, когда она выходила обратно. Вот. И каждый раз, когда я приходила к врачу, мне давали полгода. Вот каждый полгода. Как изменилась эта ситуация с продукцией Корокла? Ну, как видите, вот я жила. Да. У меня уже маленькая дочь. Вот. Я ем, пью, даже спиртное. Потому что когда вы знаете, когда я попробовала продукт, я пила его, наверное, 3-4 месяца. И потом так получилось случайно, что я была на вечеринке, где молодой человек, который теперь мой муж, предложил мне съесть что-то типа шашлык или что-то такое. И ну как ты откажешь парню, в которого ты влюблен? Да, и я смотрю, ну так, ну туалет тут просто рядом. И знаете, не случилось. Вот, до сих пор нет. Мы поздравляем с правильным выбором. Ставьте, девушка. Девушка громко сказала нас. Спасибо, Татьяна, город Старый Оскол. 26 лет борьбы с лишним весом. С октября месяца минус 11 килограмм. Просто счастья нет предела. Минус давление, минус прыщавая кожа. Ну, очень-очень много всяких изменений по здоровью. Минус лимфа, увеличенная лимфа под мышкой пропала. Ну, короче, очень-очень-очень прямо просто чудо какое. Это, девчоночки, вы тоже можете подойти к Ире Лиле и узнать то, чего она не может озвучить со сцены. Там очень много хороших результатов. Спасибо, Танечка, садись. Еще одна девчоночка. Ну, уже пенсионерка. Не девчоночка давно. Не уходят. Поэтому я здесь. Вот год назад я начала пользоваться продукцией. За это время у меня больше 10 килограмм ушло весом минус. Давление полностью нормализовалось. Я уже забыла, что это такое. Уже головные боли тоже полностью. И плюс суставы. Колено правое. Ну и внизу там. В общем, все нормализовалось. Я сейчас бегаю на каблучках. Бегаю. Мама четырех дочек, подойдете, поспрашивайте. Так, и ну к тебе еще подойдут. У меня результаты. Давление ушло. Легкость в ногах появилась.
хондроз уходит на программе 90 дней. Ну, все замечательно, все прекрасно. Да, это жизнь детства. Она когда начинает делать результатов, она начинает слезиться, потому что она понимает, что компания не просто так пришла, и еще у нас много задач, которые стоит перед нами, у нас все получится, да? Вас как зовут? Меня Тимофей, здравствуйте. Приятно очень. Я из Санкт-Петербурга. Я вот с Оксаной и Сергеем Тишиным приехал. Привет. Я им благодарен очень, потому что сам Господь Бог их привел в мою жизнь. Я очень давно хотел разобраться с водой. Мне эта тема была очень интересна и серьезна по всему организму. Но кроме воды здесь всего очень много вкусного. А что произошло? Я 9 лет курил в свое время. Ну вот. И когда я буквально недели 3 только начал пить воду, у меня такая серьезная чистка легких была. Ну, как сказать, вот такими ошметками я просто выплевывал из себя все. Что, дышу полной грудью. Плюс еще выносливость увеличилась, я пилатесом занимаюсь, гибкость, и у меня кожа, как у 20-летнего мальчика. Потому что мне сейчас 39 годиков, почти 40. Поэтому, я радуюсь всему, что происходит. Мы радуемся, спасибо. Алексей Каневский, мне 40 лет, я из Москвы. На протяжении 20 лет я страдал диареей. Врачи не могли помочь, пришли прописку, мне ничего не помогало, постоянно. Если куда-то уезжал, не мог кушать, потому что дорога, это было что-то с чем-то, постоянные таблетки с собой, постоянно, пройдя программу 90 дней, через полгода, когда моя жена приехала, в 2018 году она приехала с золотых для золотых в Турции и спросила. Я тогда во все это не верил. Прошел программу 90 дней из-за того, что она это очень хотела. И когда она приехала уже оттуда, и мы сидели, разговаривали, она сказала: Леша, неужели ничего не изменилось вот ты прошел эту программу, ничего, у тебя ты пьешь воду, ты пьешь. Я говорю, ничего, нимб у меня не вырос. Помолодеть я не помолодел, мне 40 лет сейчас. И она говорит, тогда я тебе скажу. Я говорю, скажи. Она мне говорит, когда последний раз ходил в аптеку, покупал таблетки от поноса. Все. Я посмотрел Анатолия Евстигнеева, концепцию здоровья его, и все. И я понял, как стать успешным человеком и вообще как быть здоровым. Осталось только в Инстаграме проставить хэштег «понос», и ваша целевая аудитория, и ваш бизнес будет расцветать просто как вот, друзья. Понесет, да. Добрый день, Катя Светлана, Москва, 40 лет. В начале летом и в начале августа у меня были очень жуткие отеки, и во мне было 98 килограмм. И я носила 54 размер. Сейчас прошло чуть больше 6 месяцев, на самом деле 6 месяцев, значит, 3 февраля. Я отдала с удовольствием 31 килограмм. Вот этот размер одежды, это 46-й, он очень велик, он уже велик. Я ниже 44-го не очень хочу опускаться. И получится. Наверное. Но мое здоровье, я почувствовала легкость невероятную. Ко мне пришла яркость жизни. Я ушла от самой сильной зависимости. Я была сильным углеводным наркоманом. И сейчас я свободно смотрю на еду, я выбираю ту еду, которая мне нравится, которая полезна. И мой кишечник работает очень здорово. И самое важное, еще один из важных моментов, ушли сильные метеоризмы. И когда через месяц после того, как я стала принимать детокс, я вообще не верила, видела результаты, но не верила. И у нас была встреча с Анатолием Евстигнеевым, он сказал, дальше будет больше результатов. Я на тот момент потеряла где-то 8 килограмм. И я очень ухмыльнулась, сказала, посмотрим, но я не верю. Я просто делала шаги, те шаги, которые мне говорили. И потому что я отеки ушли сразу. Люцерна – это волшебное средство, которое я считаю, что просто обязаны с самого детства все знать про люцерну.
Я не испытала, больше ни одного, я не видела ни одного отека в своем организме с первых дней, когда я стала пить люцерну. И я хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за такое тесное сопровождение, чуткое. Это своего наставника Антонина Жукова. Очень люблю. Спасибо большое. Понимаете, что каждому человеку, который уже в компании Кораклаб, можно подойти, и он вам миллион результатов расскажет. У нас есть соцсети, которыми мы можем посмотреть, набираются результаты Кораклаб. Нам за 20 лет, представьте, сколько у компании результатов за 20 лет. Правильно выбранный пункт, продукт, с которым вы собираетесь работать, обеспечит вашу уверенность в компании, обеспечит... Вы знаете, у нас нам очень повезло с нашим руководством. У нас руководство... Ну, у нас же с вами жизнь, бытовуха, кастрюли, дети, бизнес. И мы не сильно понимаем, что будет дальше. А у нас руководство, оно смотрит на шаг вперед. Оно смотрит, что будет дальше, интересно. На что люди будут обращать внимание. Оно уже знает, что... Если с лицом у человека проблема, они скоро перестанут, люди скоро поймут, что не в косметологах дело, потому что к косметологам ходишь, деньги относишь, а с лицом лучше не становится, я это прошла. И они понимают, что тема детокс, Coral Detox, запомните это шикарное название, плюс, Coral Detox плюс, это основа программы 90 дней, это для тех, кто вот вообще не знает, с чего начать, да? Это то, с чем вы должны подружиться. И компания нам вот эти упаковки делает, продумывает. Наш продукт, актуальность нашего продукта на рынке 10 из 10 баллов. То есть шикарнее уже некуда. Это эксклюзивный продукт. Мы абсолютно конкурентоспособны на сегодняшнем рынке. Мы находимся на тренде волны. Находимся 20 лет до и 100 лет еще вперед. То есть нам хватит с вами... Люди сами нас ищут. Я, когда работала в предыдущих телекомпаниях, я мечтала, чтобы меня искали, чтобы не я ходила за человеком и уговаривала, купи, пожалуйста, тебе это надо. Я ищу людей, которые уже знают, что нужно быть с красивым изнутри и так далее. Поэтому правильно выбрав продукт сетевых компаний, разобравшись с результатами, даже если вы еще не получили свои результаты, посмотрите результаты, которые есть вокруг у людей в сетевых компаниях, вам удастся 100% при помощи ваших наставников, спонсоров, людей, которых вы пригласили, монетизировать этот бизнес. Самое главное, последнее, что вы можете подытожить вот мое выступление, прям подчеркните и напишите, удачно выбранный продукт – это успешная монетизация. Потому что как долго вы бы не рассказывали людям, какая у нас прекрасная коралловая вода, какая у нас прекрасная голова, да как все весело. Если вы за это деньги не получаете, вам станет грустно, потому что у вас, ну, мы идем в магазин каждый день, мы набираем продуктовую корзину, и нам за красивый, мы не расплатимся красивыми глазами и тем красивым чудо-президентом с белыми зубами, который вышел нас очаровал. Нет, нам нужны конкретные деньги за конкретно проделанную работу. И нужен стабильно растущий доход. Поэтому я вас всех поздравляю с тем, что вы правильно определились сетевой компанией. Спасибо вам, что делились результатами. И желаю вам огромных успехов в нашей самой успешной компании Coral Club. Татьяна Янакова, огромная благодарность за этот блог. Мир, которым я живу. Следующее выступление у нас очень серьезное. Это одна из таких главных тем в жизни, от которой отказаться фактически невозможно. Нужно всем. И вы будете в главной роли выступающей, потому что у нас сейчас обед. Обед по браслетам вот здесь, выходите из зала прямо. И в 15:00 у нас не очень много времени, да, в 15:00.